С одной стороны, это идеальный фитнес. С другой стороны, это наиболее сложный вид спорта на сегодняшний день. Потому что он приближается к Олимпийским играм в неизвестности. Когда ответ должен был один, уметь выполнять все. А теперь еще он должен это выполнять, уметь все и сразу. Кроссфит – это тренировки, всегда разнообразные, всегда интересные, оздоровительные тренировки, в которых есть соревновательный момент. Ребята вот сейчас сражаются за время, вы потом сможете повторить при желании. Комплекс любой масштабируется. Если вы какой-то элемент из показанных в комплексе не сможете выполнять, вы всегда его сможете заменить любым другим элементом. Упражнений в кроссфите великое множество. Кроссфит набрал в себя самые лучшие упражнения из практически всех видов спорта для того, чтобы вы, выполняя эти упражнения, чувствовали себя лучше и в повседневной жизни с любыми бытовыми сложностями справлялись легко. Кроссфит – это высокоинтенсивная тренировка, все выполняется на скорость. Поэтому кроссфит завоевал лидирующее место в фитнесе, и это единственное, самое лучшее и самый быстрый способ приобрести идеальную форму. Кроссфит – это эмоции. К кроссфиту нельзя относиться без эмоций. Эмоции от того, что ты каждый день бросаешь себе вызов, каждый день принимаешь этот вызов и становишься лучше с каждым днем. Иногда это просто подчас щенячья радость от того, что ты научился выполнять какой-то элемент. У меня так было с выходом на пользу, с хождением на руках. Когда уже за 30 ты думаешь, я не смогу это сделать, потому что я не смог это сделать в 20, это не так. В кроссфите мы всегда учимся чему-то новому. Всегда мы нарабатываем технику и стараемся прогрессировать. Один мой хороший друг сказал, кроссфит это как прыжок с парашютом. Перед каждым комплексом ты испытываешь адреналин, и от каждого комплекса ты ловишь кайф. Кроссфит он для всех, ребята. Его не нужно бояться. Кроссфит подходит и новичкам, и профессионалам. Тем более сейчас, общаясь с ребятами из многих видов спорта, стоит отметить, что те, кто начали использовать кроссфит, существенно прогрессируют в своих профилирующих направлениях по спорту. Кроссфит он подходит и для стариков, и для детей. Тем более с возрастом вообще качество жизни определяется уровнем здоровья и работоспособностью. Кроссфит развивает работоспособность очень хорошо, лучше любого направления фитнеса или спорта. Поэтому, когда вы смотрите мотивационные ролики в интернете, люди там выполняют тяжелоатлетические классические элементы, потом следом гимнастические какие-то сложные элементы. Этого не нужно бояться. Выглядит это все так тяжело, сложно. Но вы должны понимать, что профессионалы выполняют, они живут этим спортом. И в принципе вы можете это повторить с другим весом, за меньший промежуток времени. Но вы можете это сделать. То есть кроссфит, он не специализирован. Вы должны быть компетентны во всем и сразу. Сильны, быстры, ловкие. Даже быть время 3.20, это уже заканчиваю. И развивая все эти характеристики, вы будете выглядеть гармонично и результативно. Но для того, чтобы понять, что такое кроссфит, нужно один раз попробовать, и вы станете поклонником кроссфита надолго, на всю жизнь станете поклонником кроссфита и уже не сможете отказаться, и вы станете частью большого, дружного кроссфит-сообщества, где один за всех и все за одного.